Здравствуйте, друзья! Я рад приветствовать вас на своем канале по обзору SEO, где выбираю самые интересные и успешные, на мой взгляд, проекты. И сегодня хочу рассказать вам о Codex. Это первая децентрализованная биржа на базе сети Cosmos. Здесь сразу есть ссылочка на white paper. Рекомендую с ним знакомиться, с тем, кто хочет инвестировать. Там вы найдете всю нужную вам информацию. Так, что же такое Codex? Это децентрализованная торговая платформа для криптовалют, построенная на авангардной инфраструктуре безопасности и использующая революционную систему. Codex создана сообществом для сообщества, поэтому внутри этой биржи будет использоваться политика без комиссии в отношении транзакций. При этом пользователи должны будут покрывать только транзакционные издержки майнеров или валидаторы, которые регистрируют действия на блокчейнах. Также у них будет запущен свой официальный кошелек. И здесь у нас информация по токенам. Всеобщина. Так. Хардкап получается у них 5 миллионов долларов США. И один токен равняется 5 центам. Это валюта, принимаемая к оплате. И минимальный вклад. Также здесь можно посмотреть график, как будут распределяться токены, куда какое количество пойдет. Здесь дорожная карта проекта, вот видно, топ 20 год расписан со всеми их планами. Здесь можно познакомиться с командой, с каждым лично зайти в профиль, посмотреть, кто где работал до этого, кто чем занимался, сколько опыт в данной сфере. Ну и написать, конечно, письмо по почте, отправить. Отписываться на последние новости проекта в социальных сетях. Еще ссылочки на все необходимые документы. И график сейчас задаваемый вопросами, если не у кого-то остались. После просмотра white paper и ознакомления с сайтом. Также вот контактные данные компании. Вот. Ну и вот еще раз ссылочки на социальные сети, где можно следить за последними новостями проекта. У меня на этом все. Еще раз хочу напомнить, что мой канал чисто нормативный характер, когда вкладывать свои деньги, выбор только за вами. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч.